замечательный афганцам, человеку, творческому, художнику, поэту, автору, исполнителю, генерал-майору Виктору Павловичу Куценко. Мы сегодня с вами вроде бы занимаемся делом для сегодняшних наших времен. Мы уж так привычно киваем на время. Вроде бы непривычно, потому что время вроде бы не до литературы, не до искусства, не до песен. Вроде бы мы озабочены другими проблемами. Но песня, вот так сказать, в чистом виде, в отличие от литературы, она обладает удивительным свойством. Потому что она как-то вот так вот ведет себя не так, как мы думаем, и вопреки обыденной логике. Не случайно русская пословица говорит о том, что не всяк весел, кто поет, и за песни наплачешься. И вот действительно, скажем, сегодня вроде бы время такое, ничто не мешает, говорят, гласность, вроде бы должны появиться песни. Они не появляются, и как и литература. 10 лет шла афганская война, вроде бы казалось кощунственно, что в то время когда, а вы поете. А тем не менее, именно эта война породила удивительный всплеск песни. Я должен сказать, что, может быть, мы еще ее не до конца оценили, эту песню. Вот. И, конечно же, появился целый ряд замечательных авторов, исполнителей, поэтов, вообще, как это вроде бы, нелогично, что ли. Война породила целую плеяду замечательных литераторов и раскрыла в людях вот какие-то такие чувства, которые, может быть, в обыденной жизни и не раскрылись. Мы не знаем, может быть, этого и не было. Я должен сказать, что вот среди тех авторов, которых я 10 лет собирал, с которыми дружил, песни которых сначала разбирал годами целыми по магнитофонным кассетам, а потом разыскал их всех и узнал. Вот среди этих всех многих авторов, и солдат, и офицеров, вот свела меня судьба, я считаю это счастье, с Виктором Павловичем Куценко. Генералом у нас так уж повелось, или в российском обществе, или в литературе, не знаю, что у нас же как. Если о генерале, то притча о том, как мужик был генералу прокормил. Если полковник, то обязательно сколозу. Вот, понимаете? Вот. И я думаю, что в этом литература грешная в какой-то мере. В конце концов, из-за тех безобразий, которые потом и происходят. Вот. Но тем не менее, значит, вопреки этому, я считаю, что вот для меня лично счастье, что я встретил такого человека. Однажды попала ко мне кассета, я ее прослушал, и вдруг понял, что это удивительный человек, которого надо разыскать. Ну и потом, так сказать, и пошли долгие годы и дружбы, и следил я за творчеством Виктора Павловича, и вижу, как раскрывается его талант и в изобразительном искусстве, и в песенном творчестве. Вот. Видел, как возникали песни у него. Вот ездили мы однажды с ним в Ашхабад. Вот. И тогда даже вот в этом сборнике, в этой книге, значит, есть там стихотворение, посвященное старшему лейтенанту Светлову. Это там как раз возникло. Или вот я раскрывал такую интересную ситуацию, когда стало известно, вот знали мы, что погиб солдатик, что писал стихи, что вот где-то тетрадка его есть, значит, облитая кровью, значит. Я нашел эту потом тетрадку, но подвело итог всем этим моим поискам стихотворение Виктора Павловича Куценко, которым, мне кажется, и открывается эта книга «Песня, сочиненная солдатом». Это Сережа Болотников, рядовой. Вот. Интересная очень судьба. Вот. Ну, я думаю, что много говорить не надо, тем более, так сказать, автор у нас здесь, автор-исполнитель, человек талантливый. Я думаю, все обо всем остальном скажет его песня. Ну, я думаю, что многие песни вы слышали, поэтому, может быть, из зала какой-то заказ, там, какую-то песню именно исполнить. Он наметил там ряд песен, но, может быть, те, которые, так сказать, вы пожелаете услышать. Виктор Павлович Куценко. Thank you.
вспоминать о нем не перестанет. Вспоминать о нем не перестанет. Не забудьте дружбы боевой. И небо голубое, голубое над горячей горной страной. Солнце золотое, золотое, а под ним идет жестокий бой. Солнце золотое, золотое, а под ним идет жестокий бой. Не напрасно воины сидеют, не напрасно их не передеют. Подвиги в легендах не стареют и не меркнут в памяти людской. И небо голубое, голубое над горячей горной страной. Солнце золотое, золотое, а под ним идет жестокий бой. Солнце золотое, золотое, а под ним идет жестокий бой. Годы боевые пролетают, и следы на сердце выжигают, на груди медалями сверкают, отражая трудный путь былой. И небо голубое, голубое над горячей горною страной. Солнце золотое, золотое, а под ним идет жестокий бой. Солнце золотое, золотое, а под ним идет жестокий бой. Тот, кто воевал в Афганистане, вспоминать о нем не перестанет. Вспоминать о нем не перестанет. Не забудет дружбы боевой. И небо голубое, голубое над горячей горной страной. Солнце золотое, золотое, а под ним идет жестокий бой. Солнце золотое, золотое, а под ним погиб товарищ мой. Инженерной академии преподносит ему памятный подарок, партитуру той песни, которую только что он сейчас исполнил.
настанет. Но сначала дайте нам постичь, где конец и где же то начало, чтоб мужского звания достичь. Мы придем с цветами полевыми, зорьку или ласковый закат, чистыми озерами лесными устречает нас любимый взгляд. Я пока везучий, я пока что цел. Из-под лобья пламень 19 лет, из-под лобья жгучий взгляд через прицел. Я пока везучий, я пока что цел. Я пока везучий, я пока что цел. Свод за привалом отошел к своим, времени навалом отпустил я им. Банду здесь в груди задержать сумел. Я пока везучий, я пока что цел. Я пока везучий, я пока что цел. Строчка пулемета провалилась тишь. Держи вертолеты, что ж ты связь молчишь? И на всякий случай я чеку поддел. Я пока везучий, я пока что цел. Я пока везучий, я пока что цел. Не гладко во фляге, а не в том беда. В этой передряге кровушка вода. Под огнем колючим есть ему предел. Я пока везучий, я пока что цел. Я пока везучий, я пока что цел. Горы, тропы и ущелья, дремлют кишлаки, наш отряд почти у цели, у гуна реки. Ночь светла, река мерцает, тишина, тень глубокую бросает от скалы луна. Кеды, автомат, панама, легкий шаг. Ни один недорогник знаем, ни в первой боях. И еще одно мы знаем, как судьба решит. Кто-то не вернется с нами, будет здесь убит. Следующая песня «Дома в России». Это песня контрастов. Там у меня эта идея появилась, такой песни в ущелье в одном Осмарском. И вот так она и получилась. Это песня контрастов о «Дома в России». Сражается взвод, и хриплое горло глотает песок. Братва по ракете бросок. А дом в России в раздольях покой, и шепчутся ивы с дождем над рекой. Улыбка печальная мамы в окне, все это почудилось мне. Улыбка печальная мамы в окне, все это почудилось мне.
белесое солнце не стынет закат, а цвет гимнастерки все красит подряд. Небритые лица и губы горой, и смерть рядом дышит с тобой. А дом в России вздыхает поля, ковром разноцветным укрылась. Пушистые стёбли в воду по весне, всё это почудилось мне. Душистые стёбли в воду по весне, всё это почудилось мне. Печатают сполохи бандуры, гор и взлёт продолжает крутой разговор. И сил иссякает запас, нормально продержимся час. А дом в России роса, как слеза, в березовой роще уснула глаза. Печальная улыбка грусти на крыльце, все это почудилось мне. У мимо крылечка грусти при луне, все это почудилось мне.
Дорогие друзья, мы родители воинов, которые не вернулись с Афганистана, бесконечно благодарны вам, Виктор Павлович, и другим авторам, исполнителям стихов, песен, Петру Ивановичу Ткаченко, который здесь присутствует. Вот в этом году была презентация его книги «Мои дорогие». Сейчас много говорят негативного об Афганистане. Пытаются опорочить вас, когда призывали на войну в Афганистан, и вы проявляли там подвиги, вас называли героями, а врагов душманами. Теперь, оказывается, душманы – это партизаны, афганцы, в кавычках, преступники, убийцы. Но мы, матери, не дадим опорочить наших сыновей. Мы знаем, что наши дети были настоящие воины, с честью и достоинством выполнили воинский долг. И просто мы вам низко кланяемся за то, что вы помогаете нам бороться вот с такими лжепророками, которые называют вас такими. Мы вместе с вами не должны допустить этого. И война в Афганистане должна звучать как набат к призыву, к людям. Вот из-за того, что такое отношение к войне в Афганистане было, поэтому сейчас и такое творится в горячих точках, на Кавказе, в Молдове, ну где угодно. Война уже идет, по сути дела, в России. И я очень волнуюсь. Вы понимаете, вот еще хочется мне обратиться, пользуясь тем, что здесь много людей в военной форме, военных. Дорогие товарищи офицеры, вы знаете, что мы, родители воинов, погибших в Афганистане, вас всех считаем сыновьями. И сейчас очень болеем и переживаем за вас. Вот читая строки из «Красной звезды», просто вы знаете, мы вот по-матерински за каждого человека переживаем. Вот сейчас приговорен к смертной казни Евгений Лукин. Наш союз родителей погибших в Афганистане, мы принимали участие в акции протеста против этого произвола. У нас возглавляла делегацию Чигаева Светлана Васильевна, у нее сын тоже погиб в Афганистане. И встречались с послом Азербайджана, просили его об этом. Понимаете, вот мы следим, вот вчера буквально в газете была статья, что мама с ним встретилась. Ну, поверьте, что мы вас очень и очень любим. Спасибо вам за ваш труд, за вашу такую очень тяжелую службу, особенно в наше время. И сделайте все, мы просто вас призываем, чтобы как можно побыстрее прекратить вот эти все войны. Ведь у каждого из вас есть матери, и вы не представляете, как это тяжело. У нас вот уже прошло много лет, как наши дети погибли, и мы ни на минуту наши раны не заживаем. Еще раз спасибо вам, Виктор Павлович, Петр Иванович Ткаченко. Спасибо вам. Мы вам не представимся. Oh.
органа, но теперь по чьей вине гибнут наши мальчуганы в необъявленной войне. Гибнут наши мальчуганы, гибнут наши мальчуганы, гибнут наши мальчуганы у себя в родной стране. Вечер, Виктор Павлович, пришли товарищи от комитета воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ и движения «Ветераны за мир». Вот. Слово имеет полковник Семенченко Владимир Трофимович. Вот. Ну, это организация Руслана Ауша, вы знаете. Дорогие друзья, Виктор Павлович не только ветеран Афганистана, он еще и большой такой активный штык в движении, которое возглавляет Руслан Аушев. Нынче он не сумел прийти, потому что он сейчас в очень горячей точке. Мы недавно вот оттуда прекрасно понимаем, в какой непростой он ситуации. Но тем не менее, я передаю Виктору Павловичу самые горячие поздравления от Руслана Султановича и с тем 60-летием, который вот в эти дни отмечается, и с презентацией книги, и вообще с таким уникальным событием, каким сегодня является вот это мероприятие. Движение «Ветераны войн за мир» — это тоже уникальное, я бы сказал, движение. Правда, когда всякое движение, которое начинается с слов «ветераны», как-то его не очень воспринимают. У нас там вполне нормальные люди и очень даже не старые, так что иногда к нам ветераны еще и не подходят. Но это движение также искренне, в частности, Михайлов Вячеслав Григорьевич персонально меня, значит, просил передать вам и всему залу, да будет у вас здоровье, да будет у вас благо и не покинет вас муза. Муза, конечно же, не покинет, я более чем уверен, Виктор Павлович, потому что он с ней, наверное, как родился, так вот и живет. Он пишет стихи, у нас и в комитете, и в движении тоже вводятся люди, которые попытались как-то повторить Виктора Павловича в стихосложении. Ну вот мы тут какую-какую такую вот на ваш суд сочинили бумагу, я ее прочту, ладно? Простите, я не чтец, не Виктор Павлович, ничего. Мы ее посвятили афганцу, генерал-майору Куценко Виктору Павловичу, чтобы дать достойную оценку его армейскому пути, нам надо с Виктором Куценко хотя бы часть дорог пройти. Маршруты троп курсантских давних, где главным был гранит наук, галопный темп подъемов ранних и строевой каблучный стук. Но для души другое было, свидание в парке у реки, она ждала, она любила, он у нее просил руки. И в добрый день под звон гитары, со светлой думой на челе, стал верным мужем той Тамары, что лишь одна на всей земле. Служили, честью дорожили, вдвоем прошли Афганистан, навстречу 100 смертей спешило, не там ли он поэтом стал? И тихо плакала гитара, не в том ли пекле по друзьям, и песня в строй на смену встала, им свой конец нашедших там. Дороги шли вниз и в гору, приказ дороги выбирал. Был капитан, майор, майору
приставку дали генерал. Разлуки, встречи и тревоги, круговорот забот и дел, Куценко все свои дороги прошел лишь так, как сам хотел. Пусть 60 за плечами, он продолжает песнь свою. Поэт и воин нынче с нами, вновь в атакующем строю. И пусть зовут все с той же страстью, начало добрые верша, сердца людей к любви и счастью, его гитара и душа. Песня о нелегкой службе в Афганистане наших воинов, которые по всему Афганистану, как все равно так, отдельные точки, как на островах среди душманского окружения, жили и в гарнизонах, на постах, на заставах. И после того, как я много раз побывал на таких постах и заставах, там, в Афганистане, написал эту песню. Ее там подхватил ансамбль «Каскад», исполнял в Афганистане. И оттуда они мне прислали, потом, когда я вернулся домой, прислали кассету с этой песней.
совета матерей воинов, погибших в Афганистане и вдовство, имеет председатель совета Александра Дмитриевна Иванова. Все мы знаем Виктора Павловича. Виктор Павлович всегда, где бы он ни был, он приглашает нас, матерей, послушать его песни, замечательные песни, которые нам согревают наши души. Мы, мамы, наши вдовы, дети, очень любим Виктора Павловича. И сегодня, в день, когда ему исполнилось 60 лет, мы все от души поздравляем его, желаем ему крепкого здоровья на многие-многие годы, чтобы выросли те дети, которые потеряли своих отцов в Афганистане, и он радовал бы их тоже воспоминаниями о их отцах, о тех мальчиках молодых, которые погибли в этой ужасной, в этой страшной войне. Страшной потому, что эта война была необъявленная. Эта война была политиков, которые развязали ее на горе наше с вами. Дорогой Виктор Павлович, я хочу... Здесь большой мой адрес вам написали, но это очень уйдет много времени. Вы сами прочитаете. Да, пожалуйста. Дорогой Виктор Павлович, поздравляю вас с праздником вашей книги, тем, кто побывал в Афганистане, ее презентации. Поздравляем вас с юбилеем 60-летием со дня рождения. Пусть покоренная вами творческая высота вдохновляет на создание новых книг. Желаем вам здоровья, долгих лет, крепкой дружбы, радостных встреч. Мы просим вас, Виктор Павлович, стать почетным членом нашего Московского городского союза семей военнослужащих, погибших в Афганистане. Мы будем очень рады. Следующая песня, хотя она и навеяна, в общем-то, афганскими событиями, но она не об Афганистане. Она просто посвящается офицерам, офицерам старшего поколения. Сколько нам судьба
за это, милая, прости. Так давай присядем, верь, будь дорогой, наши полминуты есть еще у нас. Мы с тобой привыкли к сборам по тревоге, расстаемся снова, словно в первый раз. Мы с тобой привыкли к сборам по тревоге, расстаемся снова, словно в первый раз. Собрались друзья Виктора Павловича. И очень хочется вот в этот вечер
сказать о главном его качестве, о его человечности, о том центре, вокруг которого всегда люди объединяются. Без этого, наверное, в наши дни очень и очень трудно жить. И еще, поздравляю его с днем рождения, поздравляю его с днем творчества, хочется пожелать ему дальнейших успехов. Когда вы проходили сюда, вы видели рисунки Виктора Павловича. Вот об этом еще сегодня не говорили. А ведь рисунки, так же, как и песни, его душа. Фронтовой рисунок, есть такое понятие у музейных работников. И поэтому фронтовой рисунок переживет годы, десятилетия и века. А именно там были сделаны те зарисовки, которые рассказывают о войне. О тяжелом, о радостном, о чувствах, которые переживает человек на войне. Вот поэтому в этот день очень хочется пожелать Виктору Павловичу и дальнейших творческих успехов в этом изобразительном искусстве. Но я хочу еще также, тут вот родители, все вроде бы знакомые, ребята, которые были в Афганистане, я смотрю, офицеры знакомые. В этот день еще немножко раскрою тайну, у Виктора Павловича есть заветная цель, мечта, и это наша совместная цель и мечта – создать такой дом, центр, где мы могли бы собираться почаще. Не только на концерты, на какие-то мероприятия, не только в радостные дни, но и с какими-то проблемами. И я надеюсь, что сегодняшний день является началом этого большого будущего, о котором мы мечтаем и постараемся добиться. Дорогой Виктор Павлович, от музейных работников, нашему маленькому музею, пока что воинов-интернационалистов, пожелания здоровья, счастья вам. Будьте таким же теплым и красивым человеком, какой вы. Примите маленький подарок. Я шел за ним, а он шел впереди.
моей, значит, машины с грузами, боеприпасами, продовольствием, горючим шли за ним. Вот. Я был благодарен ему за все те дороги, которые я прошел по Афганистану. И в это слово хочу сказать, дай Бог ему, как говорится, здоровья на многие годы. Пусть он сочиняет песни, пусть он рисует, и у нас есть рисунки его, где он нас рисовал и с вареником, и группу управления боевым действием афганских войск, которую я представляю там. Мы ему благодарны и за песни, и за рисунки, и за его просто чисто человеческое отношение. Я свидетельствую тот приятный случай, когда ученик превосходит учителя. А в отличие от нарицательного определения, афганский, китайский, корейский генерал, наш сегодняшний генерал Виктор Павлович, насколько мне известно, с тех 50-х лет прошел очень суровую школу для того, чтобы заслуженно носить эти не только лампасы, но и погоны генерала России, генерала нашей армии, наших вооруженных сил. Здесь говорили о тех боевых событиях, действиях, в которых Виктор Павлович принимал участие. И нередко в чрезвычайных обстоятельствах мне, как бывшему его командиру, очень подробно было известно от людей, которые с ним вместе были, или во всяком случае, его очень хорошо знали. Наверное, не все знают, что первые свистопули, разрывы снарядов и осколков Виктор Павлович услышал еще на Ближнем Востоке, в 60-е годы. И если кому-то иногда кажется, что представители войск Организации Объединенных Наций это всего лишь синие береты или каски, это далеко не так. Если у кого из вас появится желание поинтересоваться, Виктор Павлович может рассказать на досуге, как там доставалось нашим офицерам, нашим военнослужащим, нашим товарищам служба на Ближнем Востоке в 60-х годах. Он в них принимал непосредственное участие. Повторяю, первые свисты пуль, разрывы снарядов и осколков он услышал там. Вот откуда началось такое пристрастие к участию в самых горячих точках, имеющих отношение к нашим вооруженным силам. Виктор Павлович, как видите, во всех этих случаях не только наблюдал за всем этим со стороны, но и принимал непосредственное участие. Здесь правильно сказали, что саперы вообще-то ведь всем известно ошибаются один раз. Но вот как видите, теперь вы уже теперь видите второго сапера, который не ошиблись, во всяком случае, до такого состояния, чтобы нас вспоминали сейчас на небесах. Виктор Павлович, извини, может быть, я в свое время был
не совсем, как говорят, Виктор Павловичу и другим вашим товарищам. Но сегодня я хотел бы к вам обратиться с пониманием со мной вместе того, что все вот эти вот суровые годы, в том числе участие в боевых действиях, не вытравили в человеке умение не только минировать и разминировать, преодолевать водные преграды и неприступные рубежи противника, но и сохранить чувство человека, умеющего владеть и кистью, и умом написать стих, и сочинить песню, а если хотите, и исполнить ее. Вот таким Виктор Павловича Куценко с гитарой я и помню с 56-го года. Еще раз спасибо. Товарищи, здесь, в зале... Я вас поздравляю с вашим юбилеем и поздравляю с вашим днем творчества. Но не только от своего имени, но и от имени Виктора Третьякова, известного автора-исполнителя. И он, у него 5 декабря в Театре эстрады будет концерт, и он вам дарит 2 билета. Спасибо. И приглашает вас всех и Виктора Павловича, в том числе, на свои концерты. Спасибо. Виктору Третьякову. У нас здесь в зале сидят, присутствуют, мне очень приятно, мамы погибших. И вот ассоциация воинов-интернационалистов, афганцев-воинов, вот, решила подарить каждой маме по книжке моей. Если мама не откажется, пожалуйста. Вот. Дыхание, дрожь, будто испуганной земли. Разве позабудем встречи, ожидания, то, что нам помогли. Кандагар, Кандагар, Кандагар,
ее солнцем руины. Кандагар, Кандагар, Кандагар. Черные площади выстроены в спины. Кандагар, Кандагар, Кандагар. Нам друзья с темнотою душманы. И ползут по ночам караваны. В Кандагар, в Кандагар, в Кандагар. Пыльные дороги на броне горячей проходили с боем мы не раз. Силу умножала ставка на удачу и надежность каждого из нас. Позабудешь рейды и засады, песни, сочиненные в боях. Разве позабудешь боль потери отряда, вашу кровь на ваших камнях? Кандагар, Кандагар, Кандагар. Раскаленные солнцем руины. Кандагар, Кандагар. Кандагар, Кандагар, Кандагар. Там друзья с темнотою душманы и ползут по ночам караваны. Кандагар, Кандагар, Кандагар. Кандагар, Кандагар, Кандагар. Раскаленные солнцем руины. Кандагар, Кандагар. Кандагар, Кандагар, Кандагар. Там друзья с темнотою душманы и ползут по ночам караваны. Кандагар, Кандагар, Кандагар. Кандагар, Кандагар, Кандагар. Ну вот и все. Вечер, как говорится, был окончен.